Здравствуйте! Меня зовут Михаела, и я работаю в агентстве CISC. Спасибо, что вы смотрите это видео. Сегодня я хочу, чтобы мы вместе спели песню про волшебный цветок. Это яркий, алый, волшебный цветок. Он очень редкий, и многие люди ищут его, но только некоторые находят. Те, кто действительно его ищет. Давайте начнем. Есть на свете цветок алый, алый, яркий, пламенный, будто заря. Самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра, глоток. Самый сказочный, небывалый, самый волшебный цветок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. La 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 la. Вспоминая о радостном чуде, вдаль шагая по звонкой реке, тот цветок ищут многие люди, но, конечно, находят не все. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра, глоток. Самый сказочный, небывалый, самый волшебный цветок. Самый сказочный, небывалый, самый волшебный цветок. Ла 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 ла. Я надеюсь, что вам понравилась эта песня, и увидимся в следующий раз. До свидания.